Такого размаха в наше время не было. В один голос восхищаются ветераны-строители. Однако масштабностью не отвлечь глаз профессионалов. На экскурсии по стройплощадке Самара-арены творцы с многолетним стажем отмечают для себя детали работы. Только, признаются, советы давать не вправе. Сейчас технологии работы ушли далеко вперед. Есть только пожелания. Советы, я думаю, давать здесь мы уже профессионалы того времени. Сегодня новые технологии, новые материалы, новые идеи, новые люди с различным, более мощной культурой строительства, мышления в этой отрасли. Поэтому только пожелания. Мы восхищены, конечно, таким объемом. И, честно, зависть берет, что уже возраст большой. И такая стройка, и я не участвую в этом деле. Ветеранов-строителей пригласили на стадион именно сейчас, пока стройка продолжается, чтобы они своим опытным взглядом посмотрели и оценили ход работ. Их мнения и пожелания будут учитываться. Это очень для нас важно, очень значимо. И тот опыт, которым делятся уважаемые ветераны, и на их мнение мы полагаемся, и, безусловно, будем полагаться и в последующем. А завершилась встреча уже в Министерстве строительства. В дружеской обстановке ветераны поделились своими наблюдениями о строительстве нового стадиона, который скоро примет чемпионат мира по футболу. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.